остался последний учебный год, а у студентов еще так много вопросов о грядущем трудоустройстве. От того, какой путь они выберут, зависит их дальнейшая жизнь. Кто, как не старшие, расскажут о своем профессиональном опыте и подводных камнях. В техникуме проходит профориентационное мероприятие. Мы ждем от него интересных тем, интересных бесед. Ксения уже с работой определилась, но все же не прочь послушать советы от более опытных людей. В техникуме уже третий раз проходит проект «Ты в теме». На этой встрече студенты знакомятся с потенциальными работодателями. Тот опыт не теоретический, а практический, который получают наши студенты, они действительно им полезны, потому что иногда проходят именно диалоги на равных, обучающие какие-то семинары, спецкурсы, в том числе по отделу производства. Проводим мониторинги, анкетирование. То есть про профориентацию в своих стенах мы также не забываем, что является хорошим положительным опытом действительно в копилочку наших выпускников. Студентов также обучат правилам написания резюме, ведению переговоров на собеседовании. Одной из главных задач является помочь молодым людям, чтобы они остались работать и жить в Ульяновске. Одна из тоже основных целей этого проекта – показать ребятам, что в Ульяновской области работа есть, они здесь нужны. И хотим, чтобы ребята оставались и работали на благо Ульяновской области себе в удовольствие. Благодаря проекту ребята смогут определиться с видом деятельности, а возможно и найти работу по душе. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ.